До конца недели в Шымкенте обильных осадков не ожидается. Об этом в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций рассказал руководитель Центра гидрометеорологии Махамбет Жазыкбаев. В третьей декаде февраля установится плюсовая температура. На выходных в области возможны кратковременные осадки в виде дождя. В горных районах дождь, переходящий в мокрый снег. Непродолжительное похолодание, наблюдавшееся во второй декаде февраля, для зимующих культур угрозы не представляло. Высота снежного покрова на полях на большей части в это время была достаточной, чтобы защитить посевы от влияния низких температур. На сегодняшний день на высоте 1947 метров над уровнем моря это труднодоступная станция Шулдак, это в Тулебийском районе расположена. Значит, на сегодняшний день высота снега составляет 1 метр 47 сантиметров. Как я уже говорил, значит, промерзания почв нет. Этот снег остался, можно сказать, с ноября месяца в связи с температурным режимом. Значит, каждый раз снег шел, он просто уплотнялся.